желательно было бы, конечно, чтобы тот курс, который взял Лебедь, он продолжался. Поэтому... Господин... Аллаху Акбар. В Москве разгорается нешуточная борьба за власть. Вот это всем видно. Естественно, с именем секретаря Совета Безопасности генерала Лебедя мы связывали и связываем. Значит, успех мирного процесса в Чечне. Это одна из ключевых фигур, благодаря которой сегодня пока не стреляют. Что будет после его отставки, трудно сказать. Но чеченское руководство готово к любому развитию ситуации. Вместе с тем сегодня мы сделали официальное заявление, что выступаем приверженцами мирного процесса, политического диалога. И у меня складывается такое впечатление, что Ельцин специально, сознательно своими действиями создает Лебедю такой имидж, помогает ему в борьбе против его собственной команды, которая обложила Ельцина со всех сторон. Значит, и фактически Ельцин является заложником этой команды.